С 27 января маршрут сотового троллейбуса «Чебоксары» Новочебоксарск продлят. В Новочебоксарске маршрут продлят до Сокола, в Чебоксарах до микрорайона Университет. Пока будут ходить всего 3 троллейбуса. Решение приняли по просьбе жителей Чебоксар и Новочебоксарска. Сейчас прорабатывается вопрос введения проездных на маршруте. Планируется, что до конца года республика закупит еще несколько таких троллейбусов.